Что вы можете рассказать о операции, которую сделали в Виктории в клинике Текно? Мы очень долго искали, кто бы нам сделал операцию, и нашли Текнон и доктора Оливера. Никто в мире больше не соглашался нас принять, только доктор Оливер. И сделали Виктории, которой 4 года, очень сложную операцию по удалению опухоли крайней фарангиома через нос. Вот прошло 2 недели спустя операцию, никаких ни шрамов, ничего. Все хорошо, ребенок здоров. Большое вам спасибо, доктор Оливеро. Мы будем за вас молиться. И также благодарны фирме Букимед, которая помогла нам найти эту клинику в Барселоне. Да, еще там у нас был куратор Светлана, очень тоже благодарна, что она так с нами хорошо поработала. И Антон. Он был два куратора. Большое вам спасибо. Спасибо.